Хочу вам показать, какой у нас планируется выгул. Вот. У нас еще, правда, трактор не все дочистил. Сейчас поддоны уберем и разровняем. Вот. То есть вот где заканчивается навес. Скорее всего, ну, до этого места. Нет, наверное, чуть-чуть подальше. Ну, ближе сюда, получается, где-то на метр. То есть будет идти вот так вот забор. И вот тут вот будет выгульная зона. Вот. Там будет, наверное, у нас парковка. Ну, может быть, вот где вот красненький вагончик стоит, там, наверное, будет у нас домик. Мы поставим себе какой-нибудь. Вот. Ну, может, пару вагончиков соединим. Может, будет какое-то помещение у нас для нашего жилья. Вот эти кучи земли разровняем. Вот. И здесь все разровняем. В этом году плитку ложить не будем, потому что здесь закопаны какахи, засыпем щебенкой, оно просядет еще за год, снег ляжет, вот, и, наверное, на следующий год замостим плиткой, и будет здесь у нас выгульная площадка большая, еще одна. Так что вот такая вот у нас движуха. Надо еще навес делать у второго вагончика, вот видите, да? Там будка стоит, но там никто в ней не живет.